Ходить на свидание трудно. Не стреляй себе в ногу, надевая неподходящую одежду. Соблазни девушку. 5 крутых нарядов для первого свидания. Первая встреча на кофе. Кашемировый свитер с V-образным вырезом. Кашемир очень мягкий и приятный материал. Он нравится женщинам на ощупь. Рубашка в клеточку. Потертые брюки чинос. Цветной матерчатый ремень. Всплывающие цвета оживляют нейтральный наряд. Серебряные часы с белым циферблатом. Двуцветные лоуферы. Серо-синие носки в ромбик. Встреча за напитками. Темно-коричневая кожаная куртка. Кожа очень мужской материал, который пробуждает вас плохого парня. Черная футболка с V-вырезом. Темные потертые джинсы. Серебряные часы с черным циферблатом. Плетеный металлический браслет. Замшевые ботинки Челси. Сине-серые носки в полоску. Поход в музей. Твидовый спорт пиджак. Пиджак выстраивает верхнюю часть тела и создает мужской силуэт. Голубая рубашка в мелкую клетку. Цветной платок. Одноцветные джинсы индиго. Кэжуал ремень коричневого цвета. Золотые часы с зеленым циферблатом. Подвернутые джинсы. Темно-коричневые ботинки. Зеленые носки в точку. Летний пикник. Рубашка с рисунком ромбиком. Подверни рукав на рубашке. Женщина считает мужчин с оголенными предплечьями привлекательнее. Серые льняные шорты. Casual ремень коричневого цвета. Серые матовые часы. Коричневые кожаные лодочки. Серые невидимые носки. Ужин в ресторане. Синий морской блейзер. Светло-голубая рубашка. Темно-бордовый платок в точку. Серые шерстяные брюки. Коричневый костюмный ремень. Серебряные костюмные часы с белым циферблатом. Коричневые перфорированные броги. Синие носки. Наряд на любой случай.